Всем привет! В студии Юлия Дмитриева, и сегодня о погоде в Бурятии на вторник, 15 февраля. В северных районах республики днем переменная облачность, до минус 19 днем и минус 27 ночью. По югу переменная облачность, днем до минус 18, ночью минус 25 градусов. В столице переменная облачность, без осадков, но с сильным ветром до 12 метров в секунду. Днем минус 17, ночью до минус 25 градусов. Не забывайте носить маски. Берегите себя.